Здравствуйте, дорогие зрители. Да, мы уже все знаем, кто победит. Победила Аня Богдан, но Миша с ней не останется, а все расскажет об этом в пост-шоу, а я вам расскажу, что же было в этом пост-шоу. А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болели, кто по вашему мнению больше подходит Миша. А я напоминаю, что вы на канале Оксана Гейтман Телеклуб, где мы разоблачаем и обозреваем телепередачи. В пост-шоу Мишаня выйдет без Ани и без Юли, а дальше мы увидим. Череду постов сожаления о том, как же я ошибался. Конечно же, все эти посты я буду вам озвучивать на моем канале. Посты Юли, как это все было ужасно. И посты Ани о том, что все это была не судьба.